А в Усть-Каменогорске ценообразование на социально значимые продукты контролируют при поддержке стабилизационного фонда. Товары оттуда реализуют через торговые точки с минимальной 10% надбавкой. Насколько соблюдают условия договора партнеры, проверили в ходе рейда представители общественности и местных исполнительных органов. Цены на овощи у всех продавцов продукции стабфонда не превышают 72 тенге за килограмм. А в некоторых точках и того меньше – 65 тенге за кило. В целом, через стабилизационный фонд за год реализовано почти 4500 тонн овощей. Как отмечают местные жители, дешевле там сахар, рис и подсолнечное масло. Во всех точках продается сахар – 175 тенге, рис – 185 тенге. Подсолнечное масло у нас именно, если пока есть 500 тонн масла сейчас, в данный момент, они продаются по 210 тенге. Кроме того, сейчас урожай собирается, уже запас хватает. Никакого обоснования нету для подорожания цены на масло. Я постоянный покупатель. Очень довольна, что открыли нам киоск этот. Лук беру, масло беру, морковь беру.